То, что ты сейчас слышишь, это уже не я, это уже не я. Это просто слова, названные прекрасной нимфой, прекрасной нимфой, наказанной, 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 наказанной. Они превращаются в воздух и ветер, и ветер, и ветер. Разговаривают в пустом пространстве, что оставляет в твоем теле дурь. Этот голос настаивает на странствии, странствии, странствии в небесах, пересекая тела, чтобы позволили ему осветить свое отражение напротив вертикального препятствия, которое дает жизнь. Последнему слову, последнему слову, последнему слову, последнему слову. Ожиданию того слышащего.